Более 1 тонны краба без документов нашли в фургоне автомобиля в селе Соболево. В рамках операции «Путина 2021» инспекторы остановили автомобиль Mitsubishi Hunter. В фургоне машины обнаружили 39 мешков, наполненных половинками камчатского краба. Общая масса груза – 1170 килограммов. Документов, подтверждающих законность вылова и транспортировки, у водителя не было. Продукцию изъяли и поместили на ответственное хранение. Ущерб, нанесенный водным биоресурсом, составил почти 4,5 миллиона рублей. Уголовное дело уже возбуждено, сейчас проводится расследование.